Всем привет! Продолжаем путешествие по книге Буслович «Люди, герои, боги». Ириния. В античной мифологии Ириния, греческий римский Фурий. Богини возмездия, богини мстительницы. Некоторые античные авторы называли Иринии дочерьми мрака и ночи. Карая преступника, Иринии пробуждали в нем угрызения совести, которые доводили его до исступления и лишали рассудка. Только в храме или у алтаря святилища, куда грозные богини не имели доступа, можно было спастись от их преследований. Встречается изображение Иринии в виде безобразных старух со змеями в волосах, с бичами или факелами в руках. Но так вкратце о Иринии. В античной мифологии богини возмездия, богини мстительницы. Пока-пока, до свидания.